следующий. Ну, все решения принимает президентский совет ФИДЭ, и на ближайшем заседании президентского совета ФИДЭ, которое состоится в Ханты-Мансийске, Александра как раз удалось, потому что это ее идея, потому что она является членом президентского совета, возглавляет это направление женское. Какое будет предложение, так и члены президентского совета и примут. Но исходя из того, что первый чемпионат, который мы сейчас вот наблюдаем, являемся свидетелями, действительно уникальное событие, то я надеюсь, что члены президентского совета поддержат это предложение. И я думаю, за право проведения следующего чемпионата мира по шахматам среди женщин по блицу, я думаю, будут многие-многие страны бороться за это. А это направление только будет развиваться, и с нашей стороны только поддержка.